Всем добрый вечер. И ко мне в беседку заглянула моя красоточка. Кроут, принцесса Маргарет Дэвида Остина. Я ее еще не снимала. Вернее, я снимала, но она была не очень такого вида, скажем, красивого. Да и сейчас она не очень. Дело в том, что она очень тяжело выходила из зимы. Очень тяжело. Я думала, уже все, с ней распрощалась. А нет. Она меня радует. Она меня радует. Вот выпускает новые бутоны. Правда, цветов сейчас не очень много. Вот. Но есть. И будет цвести. Ой. Какой красивый цветок. На фоне будли. Вот такой вот бутон. Она держит цветок не очень долго. Где-то 5-7 дней. Осыпается очень быстро. Вот видите, вроде еще не завел, но уже обсыпается. Но ради вот этого цветка, вот такого изгиба, можно любоваться часами. Кстати, роза ароматная. Но у меня будли до такой степени пахнет. Она забивает запах. Будлечка. Я, как всегда, с помощниками. Да. Вот. И моя красотулечка. 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 Вот она и нижние веточки. Прям склонилась до земли. Немножко подвязала. Вообще, в принципе, она сама себе держит. Подвязала, потому что у нас здесь проход в беседку. И мы за нее цепляемся. Колючая. Кроут или Краут, принцесса Маргарет Дэвида Остина. Он назвал ее в честь шведской принцессы. Такая красота. Моя гортензия.
Мне жалко обрезать ее. Хоть она уже такой имеет вид. Вообще гортензия белого цвета. Вот такие шикарные букеты. Такая изюминка в саду. Ну, она и быстро нарастает. Вот видите, бутон уже отпал. В смысле цветок. И вот новые, пустила новые побеги. Новые побеги. Она считается как плетистая или полуплетистая. У меня она шрабиком. Вот. Вот так она из зимы вышла, из вот такого ствола. Думала, все. Думала, больше у меня ее не будет. Нет, она пустила вот такие побеги. Мощные. Первое цветение было вот так вот шапочкой. Красота. Ой, кто-то там мешает. Так. Сочетание с будлией вообще шикарно. Я вам показывала прошлое видео, она только-только начинала распускаться, раскрываться. Смотрите, цветок очень долго раскрывается.
красивого такого нежно-золотого цвета. Пахнет. Пахнет лимонадом. Поистине. Название соответствует цветку. Повторю, эту розу я сажала этой весной. Такой вот кустик. Роза чайно-гибридная лимонады. Ну, всем спасибо. И до свидания.